К другим темам. В областном центре назвали студентов года. Это победители регионального этапа Российской национальной премии. Звания присуждают за вклад в развитие образования, культуры, спорта, творчества, волонтерства. В этом зале лидеры студенческих объединений, молодежных организаций, за плечами которых уже немало достижений в научной и трудовой деятельности. Карина Адонина – победитель в номинации «Профессионал года». Учится на педагога и уже работает с малышами. Я работаю практически по специальности воспитателем группы продленного дня в 42-й школе города Белгорода. Да, бывают, конечно, сложные моменты. Каждому ребенку нужен подход. Получается его найти? Да, с большим трудом иногда, конечно, но получается. Звание иностранного студента года получил Авзал Шарипов из Узбекистана. Говорит, чтобы стать лучшим, важно научиться расставлять приоритеты, а еще иметь хорошую поддержку. Победа не только моя, это победа нашего института, нашего факультета, преподавателей, которые столько вложили в меня и верили в меня, самое главное. Это, вкратце, это их победа. Как бы это наша общая победа, победа МИСИСа, МИСИС на высоте. Победителей определили в 11 номинациях. Они получили не только памятные призы, но и денежные награды.